Всем привет! Мне тут пока надуваю шары, обязательно поставьте лайк этому выпуску в самом начале. Сегодня будем отмечать день рождения Родиончика. Ему исполняется 6 лет, так что в комментариях еще напишите поздравления. Погнали! Поехал я сейчас по магазинам, потому что нужно купить шарики, тортик, еще какие-нибудь интересные моментики посмотреть, мясо купить, потому что у Родюльки завтра день рождения. Здесь прям прикольно, есть всякие капкейки, можно брать кусочками. Еще возьму вот такие 3 штучки деткам. А тортик покажу чуть попозже. Еду сейчас в Арпика, большой-большой центр, магазин, где можно купить, в принципе, все от батона до самолета. Там и мебель есть, я его тоже как-то раз показывал. Сейчас зайдем, еще раз покажу. Осталось только повернуть. Движение капут. Вот такой вот большой магазин с парковкой. Сейчас пойдем. Ну, собственно, про что я говорил, вон даже техника есть. Все, что угодно здесь можно купить. А мы еще, учитывая, что остаемся на этой вилле на целый месяц, то решили на кухне там скатерть поменять. Вот, нам как бы она не нужна будет, мы ее прям там потом и оставим. Мальчишки у нас полюбили лапту, ну, как крикет она называется. И сейчас зашел вот в магазине, есть бита и мячи. Беру, надеюсь, Родион будет очень рад. На кассе уже стою, охранник такой: о, крикит, говорит, типа, кому? Я говорю, типа, сына день рождения. Он такой: о, типа, любимая игра. Я говорю, полюбили пока здесь. А там, получается, это бита, она не такая здоровая, то есть, в принципе, мы ее сможем увезти с собой. Скейт ведь мы сюда привезли с роликами, значит, и биту увезем. В Арпике классная тема, то, что появилось наконец-то там мясо. Вот, я купил 1 кг свинины, оно порезанное, мякоть, вот так вот выглядит. Сейчас буду его мариновать. На самом деле, я уже 100 лет не мариновал мясо. Последний раз, по-моему, это было, когда мы путешествовали по России Валахом. Брала просто куски мяса, резали, мариновали. И, наверное, завтра будет классный вкус. Я обычно мясо мариную следующим образом. Это просто беру мясо, нарезаю вот такими вот кубиками, да, максимально одинаковыми. Просто добавляю туда лук и соевый соус. Все. Вот что получилось. Надеюсь, будет вкусно. Ртом, конечно, шары надувать тяжело, плюс они какие-то невкусные. Я вспомнил, что в машине есть насос. Я хочу попробовать насосом. Так, такая приблуда. Очень надеюсь, что она не будет громко работать. О, в колесо, но мы это дело вставим в шарик. Я думаю, процесс пойдет. Только начал запускать, слышу, как дома шар взорвался. Ну, прикол. Первая партия есть. Шары надуты. Надо их только сейчас разложить и все, идти спать, завтра просыпаться и поздравлять. Ну что, утро. Шарики. Родик проснулся первый. И Родик, днем рождения. Спасибо. Ну расскажи, как тебе сюрприз, Родик? Прикольно. Прикольно? Сегодня очень взрослым стал. Прикольно. Все. Прикольный взрослый стал, да? Рассказывай. Что тебе Артем подарил? Ожерелье. Покажи. Ракушечное. О, сам что ли делал? Нет, это Артем делал. Нет, я говорю, Артем сам делал? Да. Handmade? Да. Готовим сейчас праздничный завтрак, сейчас сделаем молочные коктейли. Вчера затарился мороженым, кстати, вот такие вот 2 килограмма мороженого стоят всего лишь 1000 рупий, прикиньте. Такая красота у нас получилась, это банановые соки, авокадо, тосты, скроллинг, или как он правильно называется, что-то типа омлета, яичница,
Это папайя и ананас. Именинник. Именинник за стол. Родик. Мироша, кушать. Что за завтрак? Смотри, какой тебе завтрак, сынок. Такой вкуснецкий. Завтрак, садись. К вашим услугам. Где ты будешь сидеть? Убирайся на место. С днем рождения. Сын. Ай? Родик, ты спортсмен? Угу. Да? Угу. Нравится в игры играть? Угу. Серьезно? Угу. Тогда иди сюда. Иди сюда. Что-то интересно будет. Да где я тебя не звал? Так, вставай. Глаза закрывай крепко, крепко, крепко. И не открывай до тех пор, пока я тебе не скажу. Понял меня? Нет, закрой крепко. Все. Вот, и не закрывай, сейчас будешь отгадывать загадку. Артемка, ты пошли со мной. Родик, ничего не открывай, нельзя. Так, доставай. Артемка вручает подарок брательнику. Играли мы с тобой вместе раньше. Да. Родион, вспоминай, какое... какой из последних спорт ты открыл для себя интересный, когда который тебе понравился? Когда мы смотрели, а потом играли. Что это было? А мне? Что? Помнишь, что это когда было? Играли с тобой на парковке, гняешь, что там я отбивал? Помнишь? Регби? Открывай. Нет, ну не регби. С днем рождения? Здорово, сыграем? Да! Давай. Что это, Родик? Регби! Не регби, это крикет. Крикет, да. Значит, она такая тяжелая, да? Гораздо тяжелее, чем моя палка. Ну что ты палку забрала, а ему мяч отдаешь, Тём, ты чё? Ну что ты какой? С днём рождения! Спасибо. А я на самом деле стою, мне подарили. Ну это неожиданно, ты чё? Парни уже тренируются прямо здесь, на небольшой территории. И прокачали эту биту. Скажи. Ну не говорю, так быстро, ты чё? Вот. Наклейки еще с Нового года остались. На вечер у нас остается торт. Это будет вечером, а сейчас утром будем раздавать. Это Саша, это Родик, это мне. Да, 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 да. А это Мирошки. Очень дружище. Это кексик или что? Кексик, вот ему обычный, без всяких там этих. Так это правильно, да. Так, подожди. Так, очень аккуратно несем, все болтается. Надо поджечь сейчас фейерверк. Вот. И самое главное, чтобы фейерверк быстро не потух. Happy birthday to you. Happy birthday. Тише, тише, в лицо ты не точни ему. Загадывай желание. Загадай. Happy birthday to you. С днем рождения. Так, стой, стой, стой. Да, это мой. Все правильно. А это Мирон. Тихо, чуть не уронили. Даже Мирошки перепало. У нас с утра праздничный завтрак, мы сейчас потом на пляж, а потом вечером у нас праздничный ужин еще. Принимает поздравления от всех. Он дедушка звонит, да? Вроде, куда мы едем? На пляж с черепахами. Зачем? Чтобы заниматься тайпингом. В общем, Родик давно просит маску, вот, и мы решили сегодня поехать на пляж, купить маски. Посмотреть черепаху через маску. Вот, это такой будет еще один подарок для него. И потом еще тортик. Ну, это ты это не беги вперед, паровоз. Нет, нет. Да, здесь еще это. Выехать самое главное. Едем мы на пляж Делавелла, да, называется? Да, Туртл Бич. Короче, мы его несколько раз уже показывали. Поздоровайтесь с нашим другом. Привет! Hello! 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 Hey, friend! My friend нас узнал. Ладно. Сегодня мы отдадим тачку и будем с my friend'ом ездить. Доехали! Машину вот так припарковали вдоль железнодорожных путей. И здесь, вот он, видите, вот он пляж. DJI Beach.
Здесь и ресторан прикольный, тоже в нем как-то кушали. И магазин есть, где можно купить как раз плавательные всякие истории. Сейчас заскакиваем сюда. Вот видите, да, смотрите, по-русски написано. Парковка только для персонала Виджай Бич. Вот так вот. Шикс. Такая территория здесь, кстати, пиццу готовят в печи. Вот, ну и самое главное, что есть магазин. Не-не-не, Тём, это прокатный. Прикиньте, зашли туда, короче, мы в палатку, и в итоге нам говорит 23 тысячи рупий одна штука. Мы такие, нифига себе. Уехали искать, приезжаем сюда на Унавату на пляж. Здесь они уже 9900, но они закончились. Зашли здесь еще в один магазин, у них тоже, короче, они закончились. Я думаю, да, я спрошу, где вообще можно в Гале купить. Вот, они мне точку поставили. Едем в Гале. Нужны именно такие маски. Ну вот, невозможно не решить вопрос. Приехали в магазин. Я забежал, быстро спросил, есть ли там. Они говорят, есть. Поэтому забираем сейчас всех. Да-да-да, заходи сюда, Настя. И пойдемте поглазеем. И стоит на минуточку 9800. Ну. А так бы на 20 тысяч, ну только одну купить. И магазин вообще крутой. Чего здесь столько нету вообще? Да? Такая прям барахолка. Вон, короче. Почти, почти, сынок. Вон, чего только нету, короче. Прикольно. Самокаты всякие разные. Вот эти, в очки для купания. Короче, куча всего. Маленькие, ну просто на руки, вон, видите, жилеты спасательные, футболки, очки, одежды. Короче, кепочка. Прям магазин вообще крутой. Вон, видите, у нас какая примерка происходит, разные цвета, большой выбор. Это, ну там она притянется, Артём. Пап, а там можно и носом. Да, и да, да, там полностью ты всем даешь. И там еще можно разговаривать. Давай, Родик. Вот это хорошая маленькая, прям мне кажется. Да, мамочка, можно и разговаривать. А это классно, если это побольше будет, и мне можно поплавать. Самое кайф, что маски эти идут с креплением для GoPro. То есть можно будет прикрутить GoPro-шечку и вообще классно поснимать. Итого 20 тысяч. И две маски, еще и с креплением GoPro, еще и выбор цвета, еще и примерочка. Ну, красота. Теперь мы знаем, где очень крутой магазин. Дубль 2. Мы на пляже. О, какой сегодня отлив-то, слушайте. Обычно вот тут вода. О, как прикольно. Люди. Тьма. Океан. Очень красивый сегодня. Там черепахи вон уже, слушайте, но здесь просто сегодня Анапа. Даже лежаки в два ряда стоят. Да, вон черепаха, ага. Да, отлив конкретный, ага. Вот это Анапа. Вон даже эти водоросли повылазили. Вон черепаха, смотри, плавает. Вон еще одна там плавает. Сегодня много черепах, слушайте, ничего себе. Нам сразу вам подгон сделали, пакет водорослей дали. Мужик проходил, говорит, нате, покормите. Короче, парни все ушагали. Надо будет у них взять маску, посмотреть. Ладно, мы без маски, по старинке, ныряем. Все, убежали. Фотосессия прошла. К нам сейчас подошли ребят, наши зрители. Возможно, вы смотрите, вам привет. Отвлекся и забыл камеру включить, пока маски одевал. Но приятно. Мирошка, пошли. Пошли черепах кормить. Пойдем. Давай, давай. И поплыли. Ой, наверное, сейчас через маску они там посмотрят. Вообще красота. Вот это да, слушайте, я, конечно, в приятном шоке, сколько же у нас зрителей здесь на Шри-Ланке. На пляже к нам подошли человек 6, наверное, что нас смотрят, поблагодарили. Если это про вас, вам огромный привет.
Сегодня еще отдаем нашу малышку, которая нам помогла столько пропутешествовать, чуть более 1300 километров. Сейчас хочу доехать еще до магазина на ней в крайний разок. Очень надеюсь, что чувак все-таки это будет порядочный и отдаст депозит, потому что, ну, с тачкой все хорошо. Я ему вообще говорил, что у нас вот канал туда-сюда. Ну, посмотрим, как говорится, если сейчас все пройдет нормально, как говорится, да, на честное слово, по договору, что все было четко, деньги отдаст, то я вам даже оставлю ссылочку на него, потому что нами лично проверенные люди. А мы к нему попали тоже по рекомендации одного человека. Пожалуй, начнем. Я сейчас принесу планшет. Ты снова хочешь с планшетом походить? Да, просто лайк хочу снять. Смотри, дело опасное. Я просто куда-нибудь поставлю, чтобы мальчишки не видели. Человек, ну ты вообще балбес. Закрывай. Давай делай. Это у нас тут летний душ. Такой. Делай сам. Нет, давай сам делай. Давай, делай. Нет, закрывай дырку. Дырку закрывай, Мироша. Ой. Ай. С первой попытки у нас не получилось. Пока мы отсутствовали, Саня разучился делать костер. Вот. Поэтому до вашего отъезда тебе придется каждый день тренироваться, чтобы не потерять навык. Саша, подходим. О, пришли парни. My friend also here, so can you make one more video like 2-3 Катя просто хорошо говорит по-английски, а я не очень. Facebook. Ребята, забираю тачку. My friend, контакты твои будут в описании к этому видеоролику, окей? Контакты, WhatsApp. Блин, без этой тачки у нас бы не было такого путешествия. You are YouTube. Да? Окей. Блин, парням вообще спасибо. Окей, welcome. Bye-bye. Bye-bye. Спасибо, парни. Спасибо. Bye. Thank you, bye. Не, пацаны хорошие вообще. По рекомендации к ним пришел и вам передаю эту же рекомендацию. Кто на Шри-Ланке, либо будет, то вот у парней WhatsApp есть. Bye, thank you very much. У нас уголек готов. Сейчас будем закидывать мяском. Мясо еще вчера замариновал. Свининка. Без машины как-то пусто стало. Согласны? Бросай. А сейчас время пройдет. Если вы голодны, смотрите этот выпуск, то, пожалуйста, простите меня. Молодец, но как мы на Шри-Ланке готовим свинину, я не могу не показать. Ну, серьезно. Посмотрите, какая сочная. Красота. Единственное, что очень не хватает шампуров, потому что приходится каждый кусок переворачивать. И это сложно. За это мангальщик просит дополнительные рупии. Да? За пиво. Работа за пиво. Ну все, у нас финальная стадия. Перекладываем готовый шашлык в мисочку. Родик, с днем рождения. Слушай, Саня, тебе кроссовки дарит. Да, да, тебе кроссовки, Найк. Я кроссовки Найк дарю с днем рождения. Давай. Светящиеся зеленые ботинки, которые ты будешь долго, долго ты ее будешь катать. Что там, что там, что там? Сначала вот это. Тебе открытка. Ну давай, открывай. Открывай. Похоже, да, на Тебе очень, ты мечтала о таком. Да. Давай, я помогу. Вот это пригодилось. Что там, что там, что там? Летяни, летяни. Все, Роджин, давай. Рви, давай, рви. Рви. Ой, это еще что? Это
тебе, Саш. Приколюшки. Приколюшки. Давай. Рви! Рви его! Рви, рви! 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 Рви его! Я тебя за это убью! Да, чую, хэппи пёзды, радиошка, хэппи пёзды, тую. Машина на пульте управления, жёлтая. Я тебе говорю, а ты вместе играешь. Это да. Днём рождения. Сейчас. Давай, стой, говори спасибо. Спасибо. Саше говори спасибо. Спасибо. Как? Как всегда в конце фильма такое. С днем рождения! С днем рождения, Родик! Ура! У нас тут начинается чисто детская пати. Тёмка будет диджеить. Я буду жарить и маршмеллоу. Прикиньте, 100 рупий стоит пачка маршмеллоу. 20 рублей на наши. Прикиньте! Тёма, зажигай! Оп, оп, оп! Короче, сейчас туса. Дети-диджеи запрягли взрослых жарить им маршмеллоу. Вот так вот и живем. Днём рождения. Бери. Пожалуйста. Тёмик. Такая туса, короче, крутая, но нужно все равно детей уже разгонять, потому что времени много. Поэтому мы берем торт. А наивкуснейший торт. Я уже говорил, да, что мы вот это кондитерское заказываем. Торты, точнее, не заказываем, покупаем. Я же им обещал показать торт. Смотрите. Я так понимаю, что состав примерно такой же будет, как и мы заказывали на Тёмкин. Но здесь есть вот украшение и надпись Happy Birthday. Осталось только поставить свечи и выносить. Все готово. Осталось сейчас поджечь свечи и выносить имениннику. Пойдемте. Так, здесь главное ничего не поджечь. С днем рождения тебе! Загадай желание! Я тебя! С днем рождения! Ну, давай! С днем рождения! Это несъедобное! Надпись тебе? Да. Окей. Но... Опа, осторожно. Держи. Опа. Роди, с днем рождения. Поцелуй, с днем рождения, сынок. У нас, короче, вот здесь вот в соседнем прям бараке, по-другому это не зовешь, живут ребята, ну очень классные, местные. У них трое детей, мы им частенько что-нибудь там подкидывают, там чупа-чупсы там детям, вот. А сейчас, короче, от Родика отнесем им тортик, да, сынок? Конечно, можно, держи, только не урони, пожалуйста, а то как бы и все, отрынет. Мы уже все разошлись, и сейчас я Родиону буду зачитывать все ваши поздравления. Родик, зачитываю тебе поздравления? Да. Ура, поздравляю Родиона с днем рождения. С днем рождения, Родион, будь здоров. С днем рождения, Родион. Повод очень веский, без сомнения, чтобы сегодня от души гулять. Родя, поздравляю с днем рождения, хочу тебе я пожелать. Крепким будь, здоровым абсолютно, и выносливым, и смелым быть. Как бы ни пришлось по жизни, трудно выдержку и сил сохранить. В любой день, в любую непогоду, позитив желаю не терять. А еще, конечно, чтобы доходы круто позволяли от души гулять. Теперь идем в Телеграм. С днем рождения, Родиончик, всего тебе самого наилучшего, фотки классные. С днем рождения, Родик, расти смелым и радуй маму с папой. Родиончик, на этом все, пока. Веселья.